радость материнства. Для кого-то это чувство знакомое и понятное, для кого-то еще неизведанное. С появлением в семье ребенка жизнь меняется. В канун Дня матери мы заглянули в гости к двум замечательным мамам. В семье Калмыковых воспитание детей всегда считали делом общим. Вот и сейчас, когда появился маленький Иван, с ним, пока мама Люба на работе, занимаются и бабушка, и прабабушка. Любовь Калмыкова, режиссер и балетмейстер студии современной хореографии «Возрождение», вышла из декрета, когда мальчику был всего месяц. На работе ее ждали трехлетние будущие танцоры. Любовь рассказывает, что когда стала мамой, серьезно изменилось отношение к творчеству, в первую очередь к детскому танцу. Я вижу, чем он интересуется, что ему интересно, какие песенки его увлекает, смотрю на ритмику в песнях, как он, ну, слышит, правильно ли эту музыку, то есть ритмичный ли он, да. Я понимаю, что если он, например, в полтора года может это слышать, то есть повторяет музыкальный темп, то, значит, все дети, которые, ну, вот с которыми я занимаюсь, наверное, тоже это повторят, потому что они постарше. Теперь в работе с детьми Любовь больше уделяет внимание правильному физиологическому развитию и только потом танцевальным навыкам ребенка. Я стала общаться с врачами, ортопедами, врачами-хирургами, как правильно, что правильно дать и какую основу нужно заложить вот ребенку в 3 года, то есть как правильно начать его развивать. То есть вот эти вот моменты мне очень, конечно, помогают. Естественно, таким подопытным, маленьким таким кроликом является вот этот вот человечек. Вот. Но я абсолютно рада, что мне жизнь дала такая возможность, то есть соединить развитие моего ребенка с моей работой и помочь в развитии другим детям. Воспитывать Ваню помогает бабушка. Ирина Борисовна вспоминает, что когда родилась Люба, в декретном отпуске тоже была недолго, всего 5 месяцев. И меня моя мама приучила культуре к искусству. Мы не пропускали ни одного спектакля в нашем театре оперетты, в драматическом театре. Я знала с детства всех артистов и с детства сама выступала на сцене. Ходила, начинала во Дворце пионеров с балетной студии. Любовь к творчеству, любовь к искусству старались привить и дочери. Достаточно сказать, что в 9 месяцев, когда она еще стояла в манеже, она уже знала, что такое плие и большой батман. Ваня от мамы не отстает, любит танцевать. В неполные 2 года умеет делать ласточку и садиться на веревочку. Старшее поколение успехом мальчика очень радуется. Такой малый, а уже джентльмен. Вот я приду, прабабушка, он мне скорее расстегает кофточку, вешает туда, куда я кладу, тапочки подает, и ухожу, он мне тапочки подает и машет рукой. Вот я говорю, растут новые джентльмены, поучиться бы старым. Заботливая мама 2 детей и успешная бизнес-леди. Это Наталья Петровой, владелица известной сети частных детских садов в городе. Идея заняться социальным бизнесом пришла после того, как первый ребенок Натальи стал часто болеть и не смог посещать обычный садик. Поехали в Москву, взяли франшизу сети детских центров «Сема». Франшиза оказалась очень удачным решением, потому что начинать бизнес с нуля все-таки с ними было достаточно комфортно. Ну и потом понеслось. Потом появился второй центр, который мы открывали уже с ясельной группой, которую открывали под второго ребенка. Потом третий центр в другом районе города. Ну, сейчас у нас сеть. Старшему сыну Наталье Мише 11. Он учится в 5 классе и не перестает вдохновлять маму на новые свершения. Сын заинтересовался робототехникой, и сразу же занятия по этому предмету появились в центре. Очень интересное направление — робототехника, которую мы развиваем сейчас и в дошкольном возрасте. У нас очень много детей на лего-конструировании. И непосредственно робототехника для детей где-то с 7 до 13 лет. Новое направление в этом году, и для нас новое, для меня как для девочки оно принципиально новое. Это киберэлектроника. Учим детей общаться, правильно обращаться с электричеством. Как и в любом бизнесе, молодая мама столкнулась с множеством трудностей. Сложно было и с финансами, и с помещениями. Но пока спасают субсидии и победы в конкурсах. Наталья признается, любой другой бизнес совмещать с воспитанием было бы невероятно сложно. Но здесь дети всегда рядом, всегда на виду. Маленькой 5 лет младшей дочери. И опять же, она здесь со мной. Ей хорошо, комфортно. Не всегда получается. В связи с тем, что иногда приходится работать в выходные. Достаточно сложно, мы все привыкли к этому ритму, дети часто бывают с нами, поэтому они не знают, как можно по-другому. Я думаю, что им интересно. У нас очень много мероприятий постоянно проходит. Вместе с маленькой Дашей женщина работает над новыми проектами. Дочка вдохновляет, мама исполняет. Так в свое время Наталья открыла группу Евросада, а также Центр интеллектуального развития. На достигнутом молодая мама не остановится. Будет работать, не покладая рук, чтобы радовать всех детей, не делая различий между своими и чужими. Любовь Почерникова, Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.